Всем привет, меня зовут Иван, это канал Юрганов Лайф. Сегодня 26 июня, пятница, 3 часа дня, и вон там начинается. Вот в этот раз точно что-то будет, прям жесткое, потому что там уже сверкает, наверное, минут 10. Кое-как успел добежать до гаража, чтобы сховаться, спрятаться. Сейчас ливанет. Итак, давайте будем смотреть, что произойдет. Сверкает. Поехали. По всем ощущениям, что-то будет невероятное. Я это видео назову 5 минут до апокалипсиса и вхождение в него. Пошли смотреть. Итак, березку уже колышет. Дождик начинается. Смотрите, как пасмурно. Облака несутся. Но, скорее всего, будет ливень сумасшедший. Просто сумасшедший ливень. Вон там все черно. Дождь начинается. Капает, и мы встречаем. Готовы? Поехали. Вы вместе со мной. Итак, что там будет? Смотрим вперед. Это будет просто бомба. Дождь уже начался. Идет, правда, небольшой. Пока что. Но это пока что, потому что там все серое. Там до того серое, что это не просто какой-то туман. А это прям действительно будет ливень. Это слева более-менее погода. А там вовсю громыхает. Можете даже это слышать, видеть. Молнии сверкают. Вот, сейчас только что было. Конечно, я направляю камеру не на эпицентр событий, но тем не менее. Итак, скоро приближение будет ливня. Готовьтесь. Это Томск, 26 июня, канал Юрганов Лайф. Меня зовут Иван. Подписываться не забывайте. Если нравится это видео, ставьте лайки. Ничего страшного, если вы поставите несколько лайков, но только можно один. Итак, смотрим дальше. Однозначно, ребята, я скажу, это будет не просто дождь, это будет действительно ливень. Потому что все темно. Темно — это обилие воды. Скорее всего, и град будет. Температура сегодня была жаркая, где-то под 30 градусов. Все это парило, мошка жрала, как сумасшедшая. Вот, начинается туманчик в виде мокрого дождя. Ну, не мокрого дождя, потому что это дождь вовсю уже. Вот там на Первом Томске заливает, просто заливает. На площади Южной все в дожде. Степановка пока еще просто наслаждается грибным дождиком. Но это всего лишь временно, потому что идет, обратите внимание, дома начинаются скрываться за дождем. Их не видно, и сейчас начнется ветер. Дождик потихонечку, пока что, опять же, все это временно, но готовьтесь увидеть зрелище, такое зрелище только эксклюзивное на канале Юрганов Лайф. О боже, вот это молнии. Обязательно в городе что-то, в центре города, какие-нибудь деревья. Люди с колясками в такую погоду. Да кто же выпустил вас? Дальше смотрим. Все ближе и ближе. Молнии, они здесь. Они рядом. Приближается что-то. Это небо кажется чистым, но в то же время все сильнее и сильнее. Все темнее и темнее. Все, дома начинают многоэтажки скрывать от ливня. Видим только гаражи пока что яркие. Ветер усиливается. Все, вот теперь начинается шоу. Шоу от погоды, который называется ливень с ветром, с ураганом. Итак, смотрите, как это все. Дрова, которые мы сушим, конечно же, не высохнут, а намокнут.
И это только небольшое начало. Небольшое. Под козырек заведу. Нет, все. Прям начинается жестко. Все ближе и ближе. Бочки уже переполнились водой. Там опять ничего не видно снова. Это что-то. Возможно, мы еще находимся на окраине дождевого грозового фронта. Но нам может достаться не хуже, чем где-то в центре. Прольет. Просто замечательно. Но движение не останавливается. Машины ездят туда-сюда. А это такой дождик. Пока что кажется слабеньким. Я тоже надеялся, пока не увидел вот эту тучу. Там льет. Там очень сильно поливает. Переливы не справляются пока что, вернее справляются, но это ненадолго, потому что уже молнии сверкают все ближе и ближе. Все что ли? И весь дождик закончился, хотя нет, смотрите, капли. Капли пошли крупнее и крупнее. Обратите внимание. А там уже скоро будет солнышко. Да что такое? Но грибы. Грибы после такого дождя, наверное, должны вырасти в человеческий рост. Ох ты как! Как сверкает! Такое ощущение, что все заканчивается. Но гром идет. Гром. Молнии там где-то за гаражом не видно. Все, там уже солнышко. Так что это, можно сказать, была ложная тревога. Но все равно удовольствие зрительное, приятное. Во! Видели? Красоту-то какую. Вон там была только что. Поймаем еще одну. Ну вот и все. На этом, похоже, все проходит, хотя небольшие капельки остаются. Вот небо, оно все равно там громыхает, но это уже вдали нас. Поэтому апокалипсис прошел мимо нас. Все живы и здоровы. Всем пока, канал Юрганов Лайф. Подписывайтесь, и будет вам молния. Пока!
И как всегда, по закону подлости, как только помоешь машину, прям супер помоешь, да? Что я сегодня сделал? Смотрите, как она блестит. Как яичко пасхальное. Чистенькое. Так вот, как только помоешь машину, так начинается дождь. Как начинается дождь, так надо куда-то ехать. Вот сейчас мы поедем в город по делам. Заодно и посмотрим, какие последствия этого дождя. Поехали! А вот небольшие последствия дождя. Лужи, грязь, как обычно это бывает. Но это еще минимум, это еще маленько. Мне кажется, там в городе будет больше. Поехали, посмотрим. На дорогу песка намыло, гравия, грязи, глину. Это асфальтированная дорога от Степановского переезда на Степановку. Доски. Похоже, здесь хорошо поливало и намыло слишком много того, чего не надо было. Ладно, поехали. Дальше поглядим, что творится в городе. Лужи везде достаточно большие. И сами понимаете, когда слишком много воды, то они чистые. В данном случае они чистые. Поворачиваем на Кирова. И по Кирову мчим в сторону Фрунзе. А вот такие здесь ручьи на площади Кирова. Похоже, было здесь достаточно жестоко. Воды в городе не так уж и много, но зато стало свежее. Это прям ощущается. Не жарко, прохладненько, свежо. Пыль прибила в конце концов. А вот какие ручьи по трамвайным путям бегут. А вот кое-какие въезды во дворы затоплены. Смотрите, машина полностью в воде. Сесть невозможно. Все бежит. Трамвайные пути тоже у нас тут бегут. Все в воде. И мы забираем молодого человека, вот который в бане номер 3 сходил. Вот он стоит. Молодой. И едем домой. Проспект Ленина. Из канализации из-под люка вода бежит. Канализация не справляется. Вот, обратите внимание, сейчас увидите. О, видали как? Вот это замечательно у нас. Вот так справляется канализация. Итак, поехали дальше. Вау! На, промчался. Давай. Мы ее пропускаем. Ох ты, бог ты мой. А тут у нас смыло. Только дорожку, смотрите, уложили дорожку, ее сразу размыло. Все кирпичики, плитка тротуарная. Боже мой. Вот лужи всякие разные. Весело. Просто весело. В общем, вот они ручьи. Всякие бегут. Но, а я вам говорю, пока. Это был канал Юрганов Лайф. Подписывайтесь. Город Томск. Меня зовут Иван. Ставьте лайки, если понравилось видео. Пока.